Всем привет! Привет! Приветствуем вас на канале Queen Элис. Алиса, кто у тебя в руках? Вот это большая кукла. Это огромная кукла Monster High Draculaura. Giant Monster High. Ее высота 17 инчей или около 43 сантиметров. Покажи, какая она большая по сравнению с тобой. Она просто большая-пребольшая. Да, Алиса? Как мама. Огромная, давай я ее покажу. Как мама пошла. Как мама, но она немножко поменьше. Давай покажем Дракулауру. Чуть поменьше. Это новые куклы Monster High. В этом году они появились. Дракулаура. Это оригинал. Фирма Mattel. Вот такая вот она огромная-огромная. Она на подставке. Это коллекционные куколки. Играть ими может быть не очень удобно, но они просто очень-очень прикольные. Вот наша коробка сзади. Вот такая Дракулаура. Где тот сайт есть мотелевский, в смысле монстерхаевский. А вот и знак Mattel. Любимый питомец Дракулауры – летучая мышка. Она любит улыбаться, смеяться и вдохновлять своих друзей. Одевается она во все черно-розовое, тут тоже это все описано. И она не любит смотреть на себя в зеркало. Что ж, будем открывать нашу Дракулауру. Алис, будем открывать? Да. Давай посмотрим, как ее тут. Она у нас открывается не так уж и сложно. Сейчас мы ее освободим. Даже ножницы не нужны. А нет, наверное, все-таки немножко нужны. Вот здесь немножко проклеено. Сейчас мы это... Или можно оторвать? Нет, лучше, наверное, отрезать. Тут совсем чуть-чуть липкая лента. Опа. Немножко она заклеена. Сейчас будем ее пытаться освободить. Опа, видите, освободили. И нужно еще освободить ее внизу. Тут тоже два таких пазлов, которые держатся коробкой. И коробка открывается вот так вот. Ух ты! Сейчас мы тут немножечко освободили. Мы ее сейчас немножко освободим. И вот наша коробка открытая. Алис, покажи, какая коробка. Теперь нужно освобождать Дракулауру будет. Прикреплена. Ее нужно освобождать. Тут ничего сложного. Нужно тут отрезать. Вот тут у нас держится веревочка, ниточка. Вот тут у нас ниточка держит руку. Вот так вот. Потом у нас нога вот тут держится. Она в капроновых колготках, кстати, очень прикольно. Одета на ноги. И у нас еще сапог внизу держится. Сейчас мы будем пытаться ее открыть и освободить. Одна нога у нас уже, видите, болтается она в шарнире. Это другие шарниры. Мама. Что, зайка? Сейчас мы Дракулауру освободим. У нее как прорезиненные пальчики рук. Очень прикольные руки. Потом у нас держится. Прикольная? Большая нога у монстра. У этой Дракулауры, скажи, очень большая нога, да? У нас держит вот ее за талию. Аккуратно надо отрезать, чтобы не порезать одежду. Вот. Потом у нас, смотрите, вот здесь держится. Можно аккуратненько так отрезать. Потихоньку ее освобождать. Она достаточно прочно сидит. Мы одну руку уже освободили, надо теперь вторую руку освободить. И аккуратненько вытащить. Вот, смотрите, мы уже две руки освободили. Вторую ногу нужно тоже освободить. Она здесь держится. Где у нас сапожек? Тоже нужно отрезать. Алис, держи аккуратно коробку. Держи. Можешь держать вот так? Держи. А я буду тут вторую ногу освобождать. Или давай на диване продолжим. Продолжаем освобождение монстра. У нас с вами крепится сапог, и его нужно очень аккуратненько освободить тоже. Вот здесь можно аккуратненько, аккуратненько. Вот у нас уже две ноги нашей куклы свободны. У нас остались волосы. Тут тоже все достаточно просто. Главное делать это аккуратно. Видите, чтобы волосы тоже не порезать случайно. Очень много разных резинок прикрепляющих. Освобождать ее не так уж и легко. Но я думаю, что мы справимся. У нее длинные волосы. Длинные хвосты.
Нужно все очень аккуратненько отрезать, чтобы нигде не порезать. Вот мы, смотрите, один хвост освободили. Здесь тоже голова держится на таких крепежах. Нужно их очень аккуратненько освобождать. Главное быть последовательным, чтобы ничего нигде случайно лишнего не отрезать. Иначе будет обидно. Вот, наш хвост освободили. И осталось освободить еще голову. Они прикреплены прям через голову, механизмы, крепежей. Так Барби крепится, не только монстр. Вот, смотрите, мы освободили нашу куколку. Коробка очень неудобная, громоздкая, огромная. Вот наша Дракулавра. Сейчас мы еще посмотрим, есть ли подставка в наборе. Мы все изучим. Ее посадим. Вот такая монстр. Она, кстати, не такая огромная, когда достаешь из коробки. В коробке она кажется просто огроменной. А на самом деле она не такая уж и большая. Давайте посмотрим, если что-то еще в коробке. В коробке еще есть у нас подставка. Вот наша подставка. Она специально для большой куклы. Вот ее две части. Аккуратненько. Вот. Видите? Это наша подставка, на которую куклу можно поставить и закрепить. Сейчас мы ее... Вот, смотрите, мы подставку собрали. Вот наша подставка. У нее, кстати, не колготки, а капроновые, как капри. Они прячутся в сапожках, это и поэтому создается впечатление колготок. Ну, не совсем колготки, жалко, что не полностью на ножке сделано. Вот наша подставочка. Давай куколку поставим на подставочку. Подставка специально для такой большой монстр. Помочь тебе? Да. Давай. Поможем, Алисе. Поставить куколку. Она у нас за талию, можно закрепить ее на подставке. И, наверное, поднять ее стоит повыше. Сейчас мы разберемся, чтобы с волосами ничего не случилось. И тогда у нас все получится. Подставка не очень легко ездит вверх и вниз. Поэтому нужно выбирать такую высоту кукле, на которой ей будет удобно стоять. Очень специфическая большая монстр. Играть ей, наверное, действительно не очень удобно. У нее достаточно все громоздкое такое. Держались. Вот такая Monster High. У нее есть ожерелье. Вот такая куколка на подставочке. У нее красивые сапоги розовые с черным. Капри. Или не знаю, что это такое у нас. Ну, похоже на капри. Просто капроновые капри. А тут колготки черненькие. Да, они должны быть колготками. По идее. Также у нее юбочка одета, кофточка такая, есть ожерелье, ручки шарнирные, ножки шарнирные, в ушках есть сережки, у нее два хвоста, можно волосы заплетать. Давай покажем ее голову. Можно на секундочку я покажу детали по куколке? Держи подставочку. У нее голова должна быть прошита. Ой, очень-очень наклеена сильно челка, тут очень-очень много лака. Просто неприятно, надо ее, наверное, помыть, будет хорошо. Под хвостами наши волосы хорошо прошиты. Они прошиты по всей голове. Я не могу. Вот наша кукла. Вот наши серьги. У нее есть серьги. Вот такой у нее макияж. Личико у нее симпатичное. Глаза почему-то сиреневые. У нее сердечко на щечке. Это отличный знак Дракулауры. Волосы можно заплетать. Так как они прошиты, их можно расчесывать, если найти расческу из другого набора Барби. Давайте снимем ее сапожки и посмотрим, что представляют из себя ее ножки. Сапожки у нас... Опа. Нужно снимать аккуратно, так как ножки шарнирные. И чтобы не поломать, а снимаются сапоги достаточно тяжело. Тяжело? Да, держи сапожку. Вот наша ножка. Ножка у нас вот такая, она не совсем аккуратно сделана. Видите, она как из частей, она пластиковая и сделана, видите, пяточка какая. Сейчас вторую тоже снимем. В сапожках ей красивее. Садись голая. Не, мы не будем, она замерзнет голая, поэтому мы ее
Сейчас снимем сапожки, а потом их оденем. Очень тяжело снимается обувь. Держи. Сейчас мы покажем ножки. Ой. Шарниры тут тоже, смотрите, необычные. Большой такой шарнир. Он только позволяет ножку в одном положении крутить. Вверх, вниз. В сторону не повернешь. Сапожек наш упал. Видите, сапоги какие огромные. Мы сейчас сравним их с сапогами любой куколки Барби, вы видите разницу. Вот, смотрите, какой сапожек у куколки Барби. А вот какой сапог у большой монстр. Это стандартная кукла Барби или монстр. На монстр тоже стандартный лист. А это наши сапоги Дракулауры. Огромные Дракулауры. Высотой 43 сантиметра. Видите, насколько разница огромная? Давай лист покажем в сравнении с Барби. Насколько монстр больше высотой, чем обычная Барби. Вот наша Барби. Самая обычная Барби. Покажи, насколько она выше, ниже. Можешь их поставить рядом? Вот стандартная Барби, стандартная монстр. Это маленькая, это Баффа. Да, насколько монстр выше? Можно это выше. Намного выше, правда? Голова у нас вращается, видите, по кругу. Там есть шарнирчик. У нас как шарнир в локте, локтевой есть, в запястье и даже есть в плече. Видите, можно вот так. Руки очень интересные. Вот наша рука. Видите, как она сделана интересно? Потому что вращается. Очень прикольно. Таких плечевых шарниров у Барби нет, например. Очень классно сделано. В животе у нас тоже никаких шарниров. Просто вот как есть. Наша монстр. Юбочка у нас. Вот мы снимем юбочку. И покажем вам. Очень специфическое строение тела у этой монстр. Давайте мы ее все-таки оденем обратно, юбочку. Юбочка тоже очень интересная. Она с такой вот черным поясом, чтобы держаться за ногу. И, наверное, чтобы если она вдруг упала или расстегнулась, чтобы она сразу же не слетела на пол. Это можно потерять. Так она держится. Кофточка у нас на куколке тоже сзади застегивается. На липучку ее можно снимать. Хвостики можно делать, другие прически создавать. Позировать с ней интересно. Фотографии с ней делать должно быть очень интересно. А в фотографии очень неудобно будет. Держались. Что были с нами на канале? Подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч завтра. Пока-пока.